ребяточки, всем привет на канале Пиратская Жизнь. А у нас прямо лето и летний ливень, я бы сказала. Офигеть. Прям вот сильнее и сильнее, смотрите. Идет. Ну, вроде видно просвет, значит, скоро будет нормально все. В общем, скоро лето. Да-да-да. Где-то скоро будет лето. Ребятки, всем привет. Да, вы на канале Пиратская Жизнь. Вот, кстати, Ниночка. Ниночка, картиночка. Так, надо телек включить. Чтобы не так скучно было. Вот такую погоду-то вот даже и никуда и не сходишь, не погуляешь. У нас сегодня воскресенье, а делать, как говорится, нечего. Еда вроде есть. О, собачки. Прикольно. Катерина. Интересно. Так. Что тут еще? Новости. Пускай новости есть. Прям ливень. Ну, зато хоть это, кондиционеры помоют. Уже хорошо. Моется кондиционеры. Видите, сколько дождя. А! Вот прям дожди. Так. А чайку поставить? Погреть еды. Вчера, кстати, сидели с Вовчиком, чаевничали, в казинаке трескали. Вот. Конфет положил. Если, как говорится, захотите. Сейчас, может, тоже чай попьем. О, вчера так вкусно с этим, знаете, с чаем молочным. А вам даже одну конфеточку съел. Но он много не ест, он так одну конфеточку. Я тут сидела, тут конфетами напарывалась конфетами. Так, беру суп. Где мой суп? Супчик. О, видите, и закончится. Как в Таиланде дожди прям стоят. Быстрые. И все. Там. Так, ну, в общем, будет у нас сладости, конфетки. К чаю, понимаешь, там. Казинаки. Сейчас супца. Ну, супца у меня где-то, наверное, на пару раз осталось. Хочу сейчас, знаете, все-таки сделать туда прям яйцо, как вы меня учили. Да, решила прислушаться к некоторым советам и сделать, как вы говорили. Да-да-да. Кстати, провела я опрос по поводу того, замужем вы, разведены ли, были ли вообще когда-либо замужем, мужчина ли вы. Опрос, кстати, очень интересный. Вот. Основная подавляющая часть у нас получается девушек, женщин в браке. Более 60%. Хочу заметить. Так, слушайте, у нас суп-то... Ой, я бы сказала, у нас суп-то вообще на один раз, что ли. Нет, немножко сделаем. Сегодня немножко, завтра немножко. По пол тарелочки, чтобы особо не нажираться. Вот. А завтра еще тоже как раз. По маленькой тарелочке. Вот. Не будем объедаться супом. Лучше бутербродиков сделаю, там туда-сюда. Кажется, растянем удовольствие. Вот. Так, мне нужно пару яичков. Таких небольших, беленьких яичком. Сделаем вкусный. Я хочу прям яйца пашот сделать. Вот, и, короче, получается так, что у нас больше половины женщин замужем. Конечно, там есть, я не знаю, сколько там, процентов 10 или 15 в разводе. Вот. Еще, конечно, там было много всяких разных вариантов. Там женщина написала, она вдова, еще там было несколько таких неподходящих под стандарты. Кто-то там просто живет. И так далее. Но что хочу сказать. Очень интересный опрос получился. Но у меня опять же к вам тогда вопрос. Почему, раз у нас больше половины женщин замужем, почему очень многие меня в комментариях призывают развестись с мужем? Вот скажите мне, почему? Я не понимаю. Так. Я вас тарелку. Маленькие тарелки взять, видите? Вот, я просто не понимаю, почему.
То есть, по вашей логике, если муж что-то сделал не то, или где-то вдруг вам нагрубил, возможно, вы даже сами виноваты, то есть я должна развестись сразу же. Как мне очень нравится, как некоторые пишут: ой, я бы такого не простила, я бы сразу развелась, там ля-ля-ля-ля. Ну, вообще-то он меня не ударил, ничего. Ну, да, бывает, оскорбляет. Ну, я его сама оскорбляю. Вот, и мне очень интересно, почему женщины, которые находятся в браке, очень часто мне рекомендуют развестись. Такое ощущение, как будто это их тайное желание, что они тоже этого хотят. Вот. Так что вот. Странно, да? Получается. Ну, это, конечно, мои личные мысли, слух. Так. Колбаска. Колбаска, колбаска, колбаска. Просто вот у меня такие вот мысли на меня набрели. Сейчас сделаю, короче, бутерброды с паштетом, да, чтобы сверху положу колбаску, вот, и еще положу эти, колбаску еще, другой нарежу. В общем, колбаска с колбаской в колбаске. Получается, как бы по статистике. Хотя, честно, знаете, мне кажется, некоторые немножко слукавили. Я, конечно, не говорю за всех, но мне кажется, тут не совсем честно все ответили. Хотя опрос был анонимный, никто бы и не узнал, честно. Вот. Мне кажется, процентов 20 у нас, возможно, и так ответили. Ну, а если так, ну, опять же, тогда странно. Просто если люди замужем, то есть, соответственно, они счастливы в браке, то есть, соответственно, как бы, ну, либо у нас все такие счастливые, либо чего. Ну, просто я прям вот удивляюсь, почему все рекомендуют развестись. Неужели у нас настолько много счастливых браков? Прям удивительно. Нет, с другой стороны, знаете, полезно знать свою аудиторию. Это очень приятно. Спасибо всем тем, кто поучаствовал в опросе во вкладке «Сообщество». Вот так вот. Будем, так сказать, с вами изучать нашу аудиторию. Потом, может быть, еще какой-нибудь новый опрос. Потом я буду знать точный срез моей аудитории. Так вот. Кто меня смотрит, чего меня смотрят, почему и зачем. Просто некоторые там пишут: ой, мы тебя смотрим чисто как этот, развлечение. Не всегда, мне кажется, все смотрят как развлечение. У кого-то другие мысли. Вот. Ну, вообще, на самом деле, я рада. Значит, многие женщины у нас счастливы, раз они замужем. И это здорово. У нас же семейный канал, по сути. Вот. Кстати, мне даже, знаете, мне было бы интересно такой же опрос провести на другом канале. Например, на том же самом канале Судаковой. Просто у меня такое ощущение, что в основном смотрят канал подобные люди, подобные, да? То есть, как говорят правильно, подобное к подобному притягивает. То есть, соответственно, женщины, скорее всего, замужем, в браке, то есть домохозяйки. Вот. А у Судакова, если она, соответственно, не замужем, скорее всего, одинокие женщины. Хотя, хрен знает. Я говорю, так все интересно, понимаете? Вот. Но браки, кстати, на самом деле могут быть совершенно разные. Вот, то же самое, как у мамы-отличника. У нее вообще гостевой брак. Вот. Я вот, конечно, не совсем это понимаю, но... Ну, не осуждаю, скажем так. Интересно. То есть каждый сходит с ума как хочет. Но опять же, знаете, то, что вот с одной стороны, как бы кажется, что плохо. Вам задолбали. Короче, это не спится ему. В 7 утра, прикиньте, уже назначил. Что, сначала 8, а сейчас 7? Странно. Обалдеть.
выходить в 7 утра. Ну, вроде он его здесь где-то забирает. Все, значит, короче, завтра рано ложиться спать. Ой, жесть. Вот. Так, у меня уже суп закипел, а то яйца. Яйца. Сейчас сделаем. Блин, а я что, не поставила вообще? Да, по-моему, да. Горячий. Что-то я отвлеклась. О чем мы с вами говорили? А, вспомнила. Про то, что странно, когда женщина... А, нет, про гостевой брак что-то помню, да? Забыла. На 360 градусов повернулся, забыла. Бывает со мной такое. И это нормально. Все. Яичко прям туда. Сейчас оно заварится, будет вкусно. Попробуем прям так с яйцом. Суп с этим яйцом. Вот. А насчет, кстати, сметаны, у меня просто сметаны нету. Ну, не особо его любим. То есть, ну, я, в принципе, люблю, а Ван вот не любит сметану. Он все с майонезом любит, с колбасой, кашу он не любит. Поэтому стараюсь брать то, что любит большинство. Вот так вот. Так что вот. А я к тому, что, понимаете, в любой семье могут быть какие-то непонятки. Но сразу при этом разводиться, я считаю, не стоит. Это неправильно. Так, сейчас чай тут сделаем. Хочу, кстати, вот такой заварить чай. Молочный улун. Мы вчера пили, очень вкусный. Очень-очень вкусный. Все заварится. Будет кайфовый. Ну, прям без сахара. Вот, с конфеткой. Причем конфетка у нас, знаете, какая? Из этого, из пастилы. Этой, как яблочной. Очень вкусно. И при этом полезно. Что-то про Байдена говорят. Все, чай залила. Чай будет завариваться. Пыщ. Блин, и как всегда, мне рваный пакет. Да, конечно. Ну, что у нас тут сварилось, не сварилось? Яичко-то. Нет, не сварилось. Так, одно целое. И это тоже целое. Так, давай, варись. Варись, яичко, яйцо. Так, все. Так, колбаска. О, смотрите, какую колбаску вчера купили. Очень вкусную, советую. Вот. Нет, я говорю за то, что, понимаете, любую проблему нужно решать. Вот, какая проблема ни была, рано или поздно можно ее решить. А разводиться и прочее, знаете, вот это критические меры, это, мне кажется, вообще последнее. Вот. Лучше такого не доводить. Какие толстенькие, хорошенькие. Вкуснятина. Вкуснятина. Все, выключаем. Нам брызгает сейчас. А это пока уберем. Так что научитесь проблемы решать в семье словами. Что развестись всегда успеем. А вот именно, знаете, найти своего человека, конечно, да. Не всегда может быть свой человек, да, но... Тоже по любой фигне бежать в ЗАГС, разводиться, тоже, я считаю, не дело. Так, у нас здесь еще краковская колбаска. Вот. Кому, кстати, интересно, кто нас смотрит, зайдите. Вопросник. Вообще, я буду периодически проводить такие вот опросы. Просто даже интересно. Говорю, все равно у меня аудитория. То есть там опрос, он совершенно анонимный. Так что можете не бояться, отвечать. Никто не узнает, кто вы. Вот. Ну, там, кстати, почти 2000 человек проголосовало. Это как бы хороший такой срез. Но у меня активная аудитория где-то 10 тысяч точно. Вот. Есть менее активная. Вот 10 тысяч у нас очень активных, которые смотрят все. Все подряд.
Вот, это здорово. То есть будем считать, что у нас вот как бы вот так вот. Колбаска, 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 колбаска. Все. Еще один парочку кусочков. Колбаски. Колбаска, колбаска, колбаска. Ой, какая прелесть. Какая вкуснота. Так, все это можно убирать. Все. Смотрите, так у меня должно было, да? Кудрявые еще, вот такие вот. Угадала? В любом случае, знаете, нужно быть просто счастливым человеком. И неважно, замужем ты, не замужем. Нужно желать людям только добра и всегда посылать энергию хорошую, позитивную. Тогда к вам обязательно вернется позитив. Потому что если посылать только негатив, будет только фигня. Так, хочу знать что? Хочу огурчик. Огурчик такой. Дайте-ка один огурчик порежу. Побыстренько. Прикусочек. Ты же понимаешь, что сейчас Вован весь огурец оживет? Он же может. Смотрите, как у меня красиво. Так. Это. Та-та. Ну, я всем желаю счастья. На самом деле, мне кажется, правильно там многие писали, что нужно, мне кажется, в любом случае. Женщине это как, знаете, как статус. Это как, знаете, как вот цель у многих, да. Вот. Конечно, это хорошо. Ну и тоже, знаете, если вы не замужем, тоже не надо на себе крест ставить. Это точно так же, как если вы, например, не стали мамой, тоже не надо расстраиваться, что прям жизнь потеряна. Жизнь не потеряна, жизнь продолжается, значит, вы будете жить для себя, значит, какие-то другие интересы найдете в жизни. Так что все будет хорошо, все будет замечательно. О, обезьянья оспа. Опять ее обсуждают, эту оспу. Никому не интересно, как я красиво сделала. Ой, слушайте, у меня прям талант, мне кажется. Мне нужно идти в какой-нибудь ресторан и оформлять блюда. О, как красиво получается, прям вообще. Тыдыщ. А? Подожди, куда-нибудь один пристроить. Здесь пускай будет. Так. Во, смотрите, как здорово. Прям супер. Ну и чайку попьем со сладостями, с конфетками. Все. И все. Чайку, супчика и бутербродиков. Все, люблю всех, целую. Всем счастья, здоровья и всего самого хорошего. Будьте добрее. Пока-пока.